Вот она профессиональная рынке, поэтому у меня сразу вопрос, Антон. А вот страшно ли выходить соперник, который уже 5 боев провел профессионально? Страшно, да. Может быть, ты волнуешься, может быть, дух Тамбовского волка погас в себе этой осенью. Вот скажи, какой настрой? Настрой боевой. Сначала всем добрый день, хорошего отдыха. Друзья, боятся все, ничего страшного, вы победим с такой поддержкой, с такой командой. Друзья, ваши аплодисменты. Уверенность этого бойца есть. Скажи, пожалуйста, как давно, Артур, ты занимаешься профессиональным боксом? Вот как давно занимаешься боксом? Я в профессиональном боксе начал заниматься, как только поступил предложение от Виктории. Буквально сколько? То есть месяц назад подписали контракт, и ты решил уже занять профессионально. А вот ко всем остальным людям, которые, ну, парням, молодым мальчишкам, которые, возможно, хотят тоже стать профессиональными спортсменами, вот какой совет дашь? Вот как ты дошел именно до этого уровня? Тренироваться, верить в себя, это очень. Друзья, можно пойти, Артур, прошу вас. Артур, вы сегодня тренер, да? Можно тренер? Друзья, ваши аплодисменты, Артура, привет, родной брат. Добрый день. Ну, скажите, как настрой бойца, вот как брат, как человек, который всегда с ним рядом, как он, готов к схватке? Всегда готов? Это вы еще в детстве выяснили, наверное, да, когда решили, кому кровать побольше в комнате достать. Хорошо, друзья, ваши аплодисменты, открыта тренировка для вас, представляю Осипова Артур.
Спасибо, что вы сделали поясу, прошу вас. На коллеге для вас Бэтл с дебютанта профессионального бокса Осип Артур. Поаплодируем. Спасибо, Артур.